И еще один сотрудник полиции арестован за вымогательство в Алматы. Несколько дней назад в Финпол обратилась женщина-предприниматель. Она утверждала, что начальник отдела линейного управления внутренних дел потребовал у нее 84 тысячи тенге. Во столько он оценил беспрепятственную торговлю на ЖД-станции Алматы-1. В тот же день сотрудники антикоррупционного ведомства задержали полицейского с поличным. По факту возбуждено уголовное дело.